Петухов. Набирает скорость. Он один в окружении четырех соперников. И Люкачев такую красоту-то сотворил. Казалось бы, уже проигранный для него момент. Четыре человека вокруг 32-го номера Ярославцев были, а он все-таки ухитрился. Мало того, что обыграть соперника, еще такой скрытый и резкий бросок нанести. Пас на Ярослава Лихачева проходит, зашел он в чужую зону без положения в игре. Во всяком случае, Лайнсберг это показал, и сам заводит эту шайбу. Здорово сейчас Ярослав Лихачев все придумал. Казалось, что ничего интересного не выйдет у него. Будет он ждать партнера на другом фланге. Но все сам. Лихачев. И по завороту. И какой гол! Лихачев. Лакросс организует 32 номер. И дубль оформляет в этом матче. Шикарно все он сделал. И это добро пожаловать, как говорится, хит-парад. Давайте смотреть на его шайбу. Не успел Назаркин левый верхний угол закрыть. И словно рукой положил он шайбу. Дуда. А вот это может быть очень опасно. Лихачев. Вот это он умеет здорово. Вот, пожалуй, первый по-настоящему опасный момент, который Лихачеву только дай, и он реализует. Увидим ли мы сейчас еще в этом первом периоде, а времени еще очень много, 8,5 минут, какие-то супермоменты. Мы не только моменты увидим, мы увидим гол 1-1. И ведь бросок-то был не такой сильный. Ну нет, слушай, здесь гений. Но коварный. Здесь гений Ярослава Лихачева. Это, конечно, пока тут наверное, спорить просто не имеет никакого смысла, что он был лучший игрок на данный момент этого плей-офф. 3-2 атака Амура. Бросок Лихачева, вот это да, вот это попал, здорово! Вторая шайба Лихачева в этом сезоне. Великолепный бросок. Где Лихачев? Николишин перескоком. Против них играет, пугая с партнерами. Ярослав Лихачев полетел забивать еще одну и забил! Ярослав Лихачев и его шестой гол в этом сезоне. Вот и Алексей Мельничук познакомился с прекрасным броском воспитанника Локомотива Ярослава Лихачева. Молчал две игры, но в этом сезоне он максимально стабилен. Больших серий без очков, без голов у него нет. По движению Северсталь одна из лучших команд в лиге, но пока нужно катить назад. Лихачев, и это гол! Ярослав Лихачев продолжает штамповать голы. С кистей, конечно, Лихачев кладет шайбы на постоянной основе. Бросок у этого молодого форварда изумительный. Это его восьмая шайба уже в этом сезоне. Голышев на пятак, и оттуда пытался забить Георгий Белоусов. Атака Амура, Гребенкин налево, Лихачев. Очень здорово бросает Ярослав Лихачев и вновь забивает. 9-й гол в этом сезоне.